животное, и ты сможешь наконец воплотить свою мечту. Все. Охуеть, а животные это мы для тебя получается? Понятно, блядь. Ну понятно, зоолог, блядь, типа какая-то отстаивать свои, блядь, права, типа, блядь, Гринпис ебаный нахуй. В смысле Гринпис? Злой, расскажи ты про нас, про себя, пожалуйста. Расскажи свою историю. Блядь, что бы я сейчас бы не рассказал, блядь, меня сейчас захотят ебнуть сразу. Давай, рассказывай. Тебе кажется, что везде все криво, везде все грязно, надо, чтобы было все идеально. Ниточка к ниточке, иголочка к иголочке. Ни одна копейка не должна пропасть просто так из твоего кошелька, ты давно привык жить с этим и не сильно пугать людей своим поведением. В твоей квартире настолько все идеально, что тебе просто-напросто стало в ней скучно. Ты решил поучаствовать в всемирной лотерее за право отдыха на остров. Похуй. Что? Повидать? Новые места и развеяться. Ебать, я кайфуля. А дальше почитай, слышишь? Он написал какого-то просто маньяка. Ну, у него обсессивно-компульсивное расстройство, но это не так страшно. Он перфекционист, да. Да, но это как правило. Хорошо, а у нас еще у кого карточки действий скрыть? А давай Леха расскажет о себе, хотя хуй знает, зачем ему ногу отпиливать себе. Леха, да, ща, ебать. Прикол, если это Леха, блядь, наступил в капкан, пошел, блядь, к маяку, потому что мы его там нашли, блядь. И типа да, развод на то, чтобы мы завели, блядь, маяк, нахуй. А он может работать в таком состоянии? А мы можем спросить у Лёхи, что ты съебал с дома? Кстати. Лёх, что съебал? О, ведущий, скажите нам, что он съебал? Так, Лёха, я должен ответить, что он сделал. Чё, я должен ответить? Ну, конечно. ПРП, а что ты делал, Лёх? Походы. Я-то могу сказать, но от него будет интереснее это услышать. Походы — это моя жизнь. Я люблю бывать везде, где только можно. Я всегда беру с собой свой любимый багаж с удовольствием, угощаю всех своих окружающих, что я сумею приготовить. Однажды в походе на меня напал ястреб, и с этого времени я стараюсь обходить крупных птиц стороной. Везде, куда можно дойти пешком, я уже дошел. Блять, я тоже дошел, нахуй. Но доплывать мне еще не доводилось, поэтому я решил поучаствовать в семейном. А Леха просто тогда к стенке прилип. Мы подходим, говорим: Лех, ты скажи что-нибудь. А Леха такой, блядь, молчит. Я, блядь, мы 5 раз спрашивали. Я говорю: да вот он, блядь, в стене застрял. Лех, ты скажи что-нибудь, блядь. Леха, это ты поджег дом? Нет. У меня нет с собой, блядь, ничего, чтобы поджечь дом. Это Акылбек был. Зажигалка была? У 11-го была зажигалка. А, значит, пеперечка. Народ, подписывайтесь в клан пеперечка. Гремлины, бля. Сейчас подождем, пока у нас сосед придет с своих походов. Тарелки. Короче, я не знаю, но если так подумать, да, сначала Злой был такой на энергетике, блядь, пиздец, угарный типчик. Все, кстати, начинается, Джон Роулинг, давай. Все, кстати, вообще складывается так, что еблан я, который всех подставил, у меня и бустер, блядь, руку отрубился, капкан якобы мой, нахуй, хотя я его не вскрывал, блядь. Ну, мне кажется, кто-то наебывает. Я его вскрыл, можете потом повтор посмотреть, я типа якобы его вскрыл, но не вскрыл. Типа, наверное, так нельзя было делать. Да, мы все поняли. Короче, давай, Джон, давай. Но... Так, известная писательница детективных историй. Каждый день на тебя давит издательство, чтобы ты как можно скорее выпускал следующее свое произведение. От постоянной работы у тебя развилась мигрень. Отлично, блядь, скрыл свое состояние здоровья. Ну, это уже... в истории. Ну, похуй. Но чтобы поддерживать свой доход, тебе надо каждый день писать. Каждый вечер тебе приходится читать чужие книги и смотреть фильмы про то, чтобы задаваться... вдохновением. Каждую ночь только и снятся история о убийствах и расследованиях. Кажется, что ты скоро начнешь сходить с ума от этого. Пора выбраться на отдых. И тут тебе попадает всемирный лотерейный билет на право отдыха на острове. Каждый участник — это те, кто вам по жизни солил. Ваша задача — выжить. И помните, не плавайте через реку и не убирайте предмет из винта лодки. Чё? И ты не мог раньше это нам сказать? Каждый участник — это те, кто насолил ему. Ты чё, долбоёб? Да я пошутил, я сам этот текст написал себе, чтобы вас пранкануть, у меня нет. Да, расскажем. Я сам уярим его, короче, и все, блядь. Не проси меня, пожалуйста. Я, блядь, говорю, сам написал. Блин, Илья, непонятно с тобой. Ну, ты звучал вообще подозрительно, если честно. Не, сам написал, что за бред, блядь. У меня история никак не сходится. Как помните, у Картмана там вообще... А что, ну ты мог нормальную историю зачитать после этого? Блядь, вы хотите сказать, что я настолько долбоёб, чтобы сейчас вот это прочитать, спалить сам себя? Да. Ой, блядь, не уследил за текстом, ребята? А может быть, ты настолько умный, что ты сейчас воспользовался обратной психологией и типа зачитал реальный текст, и все таки да не, он не мог так, блядь, сделать. Не, хуйня полная. Илья, ты вообще не читал?
прочитал реальный, или ты прочитал и тот, и другой? Я прочитал реальный, а потом прочитал то, что я написал. То, что там дополнительно было написано снизу. Хорошо. Ефросинья, пожалуйста. Итак, да. А ты, сука, Илюха, блядь. Ты настолько преисполнилась адвокатским делом, что как будто уже 100 триллионов миллиардов лет проводишь триллионы и триллионы таких же одинаковых заседаний. Мне похуй, сколько у тебя там тачек. Убийцы, воры, педофилы. Тебе все равно, кого защищать. Ты уже их не презираешь, ты к ним привыкла. Они стали для тебя как дети. Главное, чтобы платили деньги за то, чтобы ты их спасла от решетки. Но всему есть свой предел. И думая об отпуске, ты решаешь участвовать во всемирной лотерее за право отдыха. Отдыха на острове. Как Саид. Может, я вас спасала от тюрьмы? Анна. Возможно, ты проебала дело, и чувак, который сейчас нас убивает, это что дело ты проебала? Опять ты проебала, опять что-то, сука. Анна. Угу. Как и там со судьей было, блядь, что-то. Я жду пока. Не, она в тюрьме я понял. Там в тюрьме выебали его, блядь. Слышишь, Диман додумывает что-то. Смотрите, Диман что-то додумывает. Да я ничего не додумываю, я жду пока вы говоритесь, и все, я готов читать. Я рос в психически больной семье. Родители помешались на том, чтобы сильно откормить меня. Но в один из таких случаев я очень сильно подавился, что по итогу... Ой, подавилась. Что по итогу оказалось в больнице. Спермой. После этого я не могу даже смотреть на еду, не то чтобы ее есть. От этого у меня очень сильно пострадало здоровье и испортился характер. Жесть. Я очень быстро начинаю злиться на окружающих, если они мне хоть чем-то начинают мешать. Только мое хобби йога помогает мне хоть как-то расслабиться и отвлечься от этого. Но со временем этого все равно становится недостаточно. И я решаю сыграть в всемирной лотерее за право отдыха на острове, чтобы попробовать там побыть в одиночестве. В одиночестве. Анастасия. Да. Возьми в одиночестве попробовал, дядь. Бля, Ликс что-то мутный теперь. Бля, короче, да, хуярим йога Димана. Будет хуярим, блядь, сломается. За Диман. Что? Я вам все открывал, помогал. Диман, короче, сам. Отец был известным чемпионом по многоборству. И тебя с раннего детства он заставлял тренироваться и быть лучше остальных. Ты добилась очень высоких показателей в спорте и открыла свой собственный тренажерный зал, в котором тренируешь молодежь. Но плоды отцовского воспитания дают о себе знать. Многие дети просто не выдерживают твоих нагрузок и вечных криков. Зато те, кто остаются на твоих тренировках до конца, всегда занимают призовые места. Твой психиатр посоветовал тебе отдохнуть и первым делом попробовать себя в новой всемирной лотерее за право отдыха на острове. Я красный. Так, короче, да, ты что-то по тексту красный, пиздец. А, ну-ка, злой. Вот злой, злой мутный. Да, алло, злой вы мутный. Что, не слышали, что я читал, блядь? Это вы как слушаете, ну-ка. Нахуй. Давай еще раз. Вы что, ёбнулись? Не, он, короче, перфекционист, я просто хочу да, обратить это внимание. Это как правило, да. Я хочу обратить внимание на то, что, типа, сначала он, вот, блядь, пиздец, как сидел, веселился, пока сыглы, я, сыглы. Не пизданул ему, блядь, и ой, он, блядь, понюх такой. Ой, блядь, ты тут вообще нахуй и всю не при чём, вторую, Вася, блядь, вторую, нахуй, половину он сидел вот так спокойненько, блядь. А до этого инициативу брал. Короче, такая он для меня максимально мутный. Иди нахуй, иди чел, нахуй. Я мутный, говорю, блядь, мутный, мутный. Я фул полезный хуй, я говорю нормальные вещи. Mm-hmm. Вы говорите, ну злой пойдет всегда все проверять нахуй. Пошли да, нахуй. Блядь. Я в соляного выживу, блядь, в ротик вам еще дам нахуй. Я, блядь, животные ненормальные. А я Маугли, мне похуй. Характеристику мертвеца. А я возьму в ротик, мне похуй. Обратите внимание. А Клубек, а восьмерка мужчина был? Да. А вы обратили внимание, что только мужики отлетают. Ну, кроме 52 лет не женщин. Охуеть, вот ты молодец, Диман. Два мужика умерло, один пропал, блядь. Три мужика минусом. Не без ноги. Я, блядь, остался один. И остается один. Злой. Диман, Леха вернулся. Пропал. Леху вернули. Идеальная аналогия. Я вернулся. Блин, нам бы Леха был скрытку Перепечкинскую профессию. Так, зачем она нужна? Я не верю перфекционисту. Он создает свой мир по образу и подобию. Он людям... Ой, вот, блядь. Я отвечаю. Чел, короче, стоп. Меня, я могу вскрыть это, карту мертвого человека? Я говорил, нет, мертвых. Ну, как вы мертвых узнаете? Что у нас там еще есть? У меня есть навык, я могу что-то вскрыть. Давай, если вы все договоритесь, вы можете вскрыть любую одну характеристику, давай, кроме давай. Пользы. Я хочу фобию вскрыть. Давай. Своей давайте, карты, кроме можно? Пользы. Хорошо, давайте. Давай, скрывай. Фобию? Можно вскрыть его фобию? Да. Свою вскрывай. Нет, свою. У тебя больше свою, нет. Блядь. У тебя не больше нет карточки действия. Почему нет? Меня ты уже использовал одну карточку действия, свою да? первую. Да? Да. Ребят, скройте фобию, блядь, злого. Хорошо, я хочу вскрыть. Я знаю, кто не использовал. Кто? А, окей. Кто? Я хочу вскрыть свой характер.
Так ты не можешь. Нет, Коби, блядь, давай. Ой, это фобию давай. Кто фобию давай. Я это говорю. Это ты мне говоришь фобию. Я говорю, что вы можете сейчас, если вы все договорились, вы можете рассказать о себе что-нибудь. Можем. Блядь, чел сидит на... Давай я фобию, ты фобию. Фобию. Не, давай, давай, да, без проблем. Давай, давай, ты первый. Давай ты, нихуя, блядь, ты, блядь. Хорошо, давай, блядь. Дентофобия у меня. А у тебя? Что это? Боязнь зубов, да? Да. Стоматолог. Не, чел, иди-ка ты в пизду, я вижу все твои... Подождите, так... Ты ебанутый, ты можешь скрыть свою фобию или нет? Фобию. У него же вскрыта фобия была. Да, нихуя, у тебя ничего нету, что у тебя есть? Блядь, алло, Дин, ну ты не могла нахуй, они же почти развели, блядь, человека. Да, пиздец. Короче, Дина, ребят, да, даже я сижу специально, ребят, так думаю. Да, ребят, блядь, полезное. Хорошо, хорошо. Блядь, хобби плавание, твоя фобия. Мое хобби, давай. Хочешь? Я нет, твое, ну, твою, фобию. Ты что, блядь, угораешь или что? Не пойму. Давай, короче, давай, фобию, давай, давай, давай фобию злой. Самый лучший характер, который только может быть. Какой характер, блядь? Фобию. Хуй с тобой, долбоёб, юзай карточку, пусть скрывает свою фобию. Давай. Юзай свою карточку и блокируй твою карточку. Пошел. А, блять, короче, он. Карта действия номер 2, ты можешь заблокировать карты номер 1 от любого игрока. Блин, ребята. Что за хуйня? Короче, нет, смотри, он максимально мутный. Игра стопается, блять. Ты как, что это за карта, блять? Игра стопается, он говорит, а потом он только может изучать. У нас 4-6 как-то связаны. У меня вторая карта такая, брат. Я обучался плаванию в школе у учителя. Ну, давайте, давайте, если у нас Александр вскрыл характеристику, злой, вскрывай свою. Характер, чё? Фобия. Характер, бережливый. Короче, что? Бля, ребят, что, я думаю, 2? Ну типа он пиздец сыпется, нет? Саня, да. У тебя ручьё, заспни его. То есть, ну если бы это был чистый чел, он бы, наверное, вскрыл свою фобию, блядь. Да. Логично? Просто, блядь, типа, вот он... Тут похуй. Блядь, даже если у тебя жесткая какая-то фобия, тебя же здесь не кикнут, тут не кикают. А ружье есть. Ты наоборот РПШ должен был обелиться, а ты в итоге, мы... ты в итоге взял и затыкался. Мы его застрелим нахуй просто и все. Мы его прогоняем, все. Да, все, короче, его, он маньяк, скорее всего. Лёха, вскрывай, пожалуйста. Фобию? Да что угодно, одно на выбор, кроме пользы. Фобию я уже говорил себе. Себе, а нам скажи. Не, боязнь птиц. Боязнь птиц. Птиц. Орнитофобия. Да, Джон. Ну я по истории скрыл, типа, состояние здоровья, мигрень. Неплохо. Неплохо, лайк, мигрень. Короче, я все равно, блядь, народ! Все, кто играет в Clash Royale, прошу кикнуть злого нахуй. Не, я из клана Гремлины, блядь. Я просто его предлагаю... И прости, там, по-моему, осталось только... А я с клана Слава Украине. У меня генофобия — это боязнь секса. О! Блин, такой бывает, блядь? Бывает, в смысле. Ликс, пизда тебе, блядь, брат. Чё, а чё, так это... Не перепало, блядь. Ну да, это типа... Анна, это пожалуйста. Это мета-инфа. Это не смешная штука, мне кажется, вообще. Мета-инфа. Я вскрываю... У меня удочка с собой. В смысле, блядь? Удочка, две удочки, что ли? Две удочки, да. Была и всплыла удочка. Восьмёрки. Пиздил? Нет, твоя. Бля, ребята, нахуй, остроумный капкан, сварщик, плавание, блядь, астма, нахуй, зубные врачи, боязнь, блядь, ну это самое, блядь, предлагаю на злом закончить, блядь, и выиграть. Анастасия, не, пожалуйста. Ты ошибаешься, это Вова, челы, это Вова. Ребят, вот у меня фобия, у меня фобия, у меня акрофобия, я боюсь высоты. Ну, блядь, это такая хуйня, вскрой свою фобию, злой. У меня все скрыто, боязнь высоты. Он не может уже. Я не могу. Бля, а ни у кого карт не открыл? У высоты номер 5, потому что он рандомно заменил. Не, это Диман, который открывает багаж, и потом его разбивает. А ни у кого карта не осталась открытия? Нет, карта открытия больше. Я разбил алкашку, чтобы никто не вскрыл. Чел, у нас второй фобию тоже не вскрыл. Блять, короче. Я напоминаю, что вас много, у вас есть с собой довольно тяжелое ружье. Я говорю, я злого вырубаю, нахуй. Нет, у меня ружье, я вырубаю злого, блядь. А если он перфекционист, может, у него что-то с этим фобия связано? Почему голосованием, если в прошлый раз, когда был ствол у Вади, да, типа, я было, убивал. Блядь, решение за ним? Я сейчас со стволом, и я хочу уебашить злого. А, патронов у меня нет, у нас нет патронов. Патронов нет. Я тебя, сука, скручу в крендель, блядь, и все, нахуй, выброшу. А где у нас Олег, интересно? Ну, да ты, блядь, лезь. Почему ты фобию не вскрыл, блядь? Потому что я хочу так, ебать, что я должен скрывать, что ты хочешь? Что нам сейчас нужно делать? Что нам сейчас нужно делать? Маяк зажигать. Давай зажигаем маяк. Зажигать маяк, но если вы думаете, что между вами кто-то маньяк или злой, кто-то плохой, то...
Ваше решение, что можно. Давайте маньяк, маньяк зажигаем. Нет, я против зажигания маньяка. Чел, почему? Он, я тебе говорю, он крыса, блять. Я тебе. Да, блять, нас сейчас всех отъебут, я блять. Я тебе вот... говорю, он крыса. Не, похуй, давайте маньяк, маньяк. Блять, окей, всё. Я против был, но я вкину типа за зажечь. Поехать. Я тебе говорю, блять, он. Иди нахуй, иди нахуй, ты блять не вскрылся один, ты бля мутный самый тут на столе, блять. Я тебе говорю, он нахуй что-то мутит, сука. Да, такой ты дешевый, блять, пиздец, дядь, иди гуляй нахуй. Ну что ж, хорошо. А, вы... Давай. Блядь, да он даже ржет, как еблан, блядь. Типа, вы заходите в это помещение, помещение маяка, где сама диспетчерская закрывает с собой дверь, видите перед собой пульт. На пульте 6 красных лампочек и 6 тумблеров. Кто будет его включать? Злой! Злой. Да, по факту. Как за злого? Злой, смотри, ты больше всех хотел, поэтому, ну, тут... Чел, без... а может, а чё, почему не ты? Почему нет, я должен смотри. Включать то, нет, что... Нет, всё, мы все, все согласны, 1, 2, 4. Все согласны за злого. Да. Нет, злой, ты окей. Сам сказал, что мы 100% окей. Включаем, поэтому окей. Ты включаешь, давай. Окей. И мы ему не помогаем. Да я вам говорю, за 4, 2 кента, которые меня всю игру очерняют. Всё, похуй. Что ты нахуй несёшь? У тебя не только я и тебе четвёрка. В любом случае, я тебя поддержал, красота. Всё, давай, звали ебало, включай. Подумайте. Ну что ж, вы сами решили именно включить маяк. Дай ему одну попытку, маяк. Пожалуйста. Всегда, всегда можете это передумать. Дело ну за вами. Ну окей, я не буду тогда. Ну и чё, блядь, тогда? Злой, тогда может кто-нибудь другой это сделать. Давай, злой. Не, давай. Что, не, мы, а чё за хуйня, не, блядь? Не, пошёл нахуй, мы все тебя, блядь. Либо мы тебя просто скидываем нахуй с маяка, и ты летишь вниз, блядь, и всё. Давай. Реально, либо, правильно, либо приезжай, либо включай, либо да, нахуй пошёл. Либо полетел. Давай, какой ты нажимаешь? Первый. Блять, я не мог эти загадки решать. Тебе что нужно, чтобы все лампочки зелеными загорелись, промежуточно нужно по порядку рычаги опускать. При какой-то определенной комбинации рычагов у тебя получится, что все лампочки, блядь, будут зелеными. То есть первый третий. Зажигает. Не, четвертый. Дина, не помогаем. Четвертый. А что творится? Как объяснить эту хуйню? Первый зажигает первую, третью. Четвертый зажигает последнюю, но гасит третью. То есть меняет положение третий окей. И последний. В смысле не помогаем, дурачок, мы в одной команде, блядь, или ты типа нет, не выкупаешь нахуй? Нет, мы в разных командах. Давай последнюю, злой. Давай перед сколько последнюю. Ошибок? А, тут надо именно либо зажечь, либо вы отказываетесь зажигать. Так, если зажигаем тогда, решаете. Блядь. А, ну тогда хуярим. Тогда решайте. Мы подождем. Перед последнюю. Перед последнюю? Ебать, злой думает. Нажми нахуй. Последнюю сейчас. Нажми последнюю. Нажал. Еще раз нажать, обратно? Не-не, все, нормально. Я могу обратно, можешь, я могу обратно вернуть. Нет, предпоследнюю попробуй. А если ты на нее нажмешь, что-то изменится, типа, она. Ну, обратно переключатся лампочки, да. И последнюю. Не, стой. А ну, ты можешь включить мне первую сейчас? Не, тогда обратно ее. Попробуй пятую. Давай третью. Тоже обратно. Что ты делаешь, блядь? Пятую попробуй. Пятую давайте. Обратно. Ну шестую давайте. А че смешного? Чисто я не понимаю. Смешно, блядь, ебать? Блядь, че он так прыгает на всех теперь? Я не понимаю, типа, я не знаю, что делать. Потому что он маньяк. Он не, я не знаю, я не знаю, что делать. Ну тыкай, тыкай. О, боже мой. Вторую ебани, попробуй. Что такое, боже мой? Давайте, да, вторую давайте. Ну неужели? Поздравляю. Нихуя. Изи нахуй, гений, сука, сидит. Запомни нахуй, вывел вас отсюда. Хорош, чего? Вова сказал, нажми вторую, ты сказал, да, давай вторую. Гений. Итак, ребят. Так, слушаем. Внимание. Вы зажгли маяк. Свет начал гореть. На очень дальнее расстояние. А теперь немножечко истории с другой стороны. Группа спасателей, которая летела спасать людей на острове, которые якобы попали в беду, потому что они пропали со всех радаров, со всей связи, прилетает к острову, высаживаются. И что же они видят? Они видят сгоревший дом. Они видят труп, который плавает по реке. Они видят труп, который также у нас барахтается в лодочной станции. И поднимаясь на маяк, по кровавым следам, оставленным Лёхой, они видят трупы остальных, всех участников. И единственный, кто смог в итоге выжить,
наш товарищ Олег. А теперь я вам рассказываю, в чем причина. Олег, ты здесь? Олег здесь. Причина в том, что не надо было маяк зажигать, как я и сказал. Холод, причина в том, что тот самый... Да, да. Что? Рассказываю причину. Хоть вы все и победили в этой лотерее, но победили в лотерее довольно безумного человека по имени Reincarnated. Наверное, мало кому имя об этом говорит. Возможно, кто-то в чате догадался. Перевернутая Дин Картер. Известный маньяк. Дина, убийца, блядь. Который... Нет, который не помнил о том, что он убивал людей. Пиве, которое вы выпили в доме, были подсыпаны специальные галлюциногены, от которых вы видели те самые тени, которые бегали по острову, те самые зажигающиеся фонари в окнах, и просто-напросто, пока никто не видел, вы убивали друг друга. Олег застрелил Перепечка. Но Перепечка поджег дом и оставил Леху погибать в нем. Вот только Леха успел оттуда выбраться другим путем, избежать, почему, в общем-то, его и нашли. И решив включить маяк, не продолжив историю до конца, вы просто-напросто перебивали друг друга, потому что у вас была очень сильно напряженная атмосфера из-за злого. А вот, сука, Олег, побродив по острову, все-таки дождался спасателей и просто спас. Изи нахуй. Вот такую историю выбрали вы. Это не контрица. Алло, вы пришли в плохой концов. Не зажигаем мы, блядь, этот... Как мы могли выиграть? Есть какой-то исход? Не зажигать его, скорее. Не зажигая именно фонарь и не оставаясь там в ожидании, вы бы выбрались бы обратно и также услышали бы уже звук вертолета. А кто маньяк? Маньяка типа... Не открывая лодочную станцию... А госпожа, господи, мне надо прочитать это, Прошмандовья не умерла бы от того, что Саня бы завел двигатель. Короче, и не вскрывая сейф, вы мы не достали патроны, Воробей, которые потом убили Перепечка. Смотри, какая ситуация. Ну, типа, немножко притянуто, да? Нет, кардинально сюжет охуенный, пиздатый, но в первый раз ты проводил так, что ты сам давал нам сразу выбор, открывать, не открывать. Из-за этого было проще. А мы думали, что ты нас направляешь только на открывание. То есть, нет, например, про лодки я даже не понял, что нельзя было не открывать. Да, да. Но это было... Да, почему было и сказано, что у вас есть ошибки, но вы сами подумали, что от этого будет смерть. Я решил здесь, именно в этом выпуске, сделать больше упор на том, чтобы вы взаимодействовали с какими-то объектами, чтобы вы кого-то выбирали. И чтобы вы решали именно интерактивные части. Мне тоже непонятно, зажгли мы маньяк, что от этого, маяк, что от этого поменялось. Типа, если бы мы не зажгли, мы бы не убивали друг друга. Вы там просто все передрались, да. Вы закрыли за собой дверь и остались в этой комнате. Влад, какая у тебя фобия была? Что ты не вскрывал? За два дня. У меня можно фобия вопрос по функционалу? Да, да, конечно. Ты ее скрыл, долбоёб! Вот у меня карта действия вторая была. Что бы она сделала, если бы я ее применил? Там получается, типа, я могу убрать любого вне голосования. Вот я все держал, чтобы никого не убирать, но не понял. Здесь голосования-то не было. Голосования-то не было. Голосования не было, потому что вы просто-напросто их избегали, да. А, то есть я бы ее не смог бы, да, использовать, получается? А в каком моменте? Да, тут карты действия, они не сильно влияют на то, как вы идете. Они не как в бункере. Они есть и есть. То есть такой... среди нас не было ни одного маньяка? Ни одного. Ну как, вы все были маньяки, потому что вы все были под галлюциногенами. Я думал, это карта действия злого ебнуть. Это тоже, ебать, я не понял. Чего? Как мы могли видеть одни и все вместе одну и ту же тень? Галлюциногены. Кто-то одному сказал, другие все тоже поверили. Кто-то увидел и сказал, типа, то другие поверили. Ну как оно обычно работает. Ну, а так в целом... Ну, окей, Олег соляру завез. Именно при помощи этого выпуска я понял, что именно вам нужно больше... Срачи между собой, короче. Да, кого выгонять, кого управлять. Говорю, вы можете открывать, не открывать. Даже тогда, когда ты первый раз нам это проводил, мы, блядь, успевали умирать даже, блядь, при этом. А еще так пиздато, короче, я видел. Например, у меня была иллюзия, что выбора нет. Когда выбор будет, и ты говорил, блядь, то есть очень редко, кстати. По-моему, два раза ты сказал, блядь, прикиньте, я видел. На маяке он говорил, можете открывать. Я не знал, что нельзя открывать, но можно не открывать. Я тоже. Я понял. Я тут решил сделать именно упор на ошибки, но окей, хорошо. Слушай, а историю эту ты сам пишешь? Да. Охуенно. Если ты добавил, то вроде как там ивентах, только по голосам, чтобы можно было... А включитесь,
Еще... Тин, ты говоришь, да? А я камеру разъебал, когда сдох. Блин. Серьезно? Сочувствую. Ну вот, можно какие-то там ивенты, ну чтобы не умирать так просто так? Вот, хотелось бы, знаешь, не ивенты, воробей. Я понимаю, что это будет сложно, но может быть какой-то все-таки добавить скилл, потому что мы с вами привязаны к обстоятельствам, правильно? Можно добавить оружие, патроны, чтобы чуть поменьше к рандому. Ну то есть я же, понимаешь, я же сдох, как бы не потому, что типа я плохо отыграл, я умер просто, ну, по сюжету, да, скажем так. Нет, как фильм, это вообще офигенно. Это интерактивный фильм получился, по сути. Это очень классно. А кем ты был по профессии? Бля, так прикольно представлять себе все, геолог. Да, охуенно. Видно, что мы, у нас так был первый, он от, там реально мы отталкивались от характеристик, мы выгоняли, блядь, Тину, потому что она сидела, например. Что то есть как-то так было, мы подкидывали самых подозрительных, сейчас по-моему, мы такие, вы типа, выгнали меня, сейчас меня мы душили, чувака блядь. Выгнали, блядь, потому что у него тубик, астма, я тубик, сейчас с тубиком астмой, выгнали, да, тубиком выгнали, блядь, астму, сейчас мы типа на астму хуй забили, то есть мы сейчас на это особо внимания не обращали почему-то. Вообще было бы круто сделать как в зуме, то есть, знаете, несколько конференций, несколько линий сюжета, чтобы зрители... Это будет. Это будет, и будет живая музыка также на фоне, чтобы вы слышали. Ебать, точно, музыка, пиздец! Это единственное, что мне нравится, нахуй, из шоу, это вот тут конкретно вот этот... Через две недели, через две-три недели музыканту приедет оборудование, и он сможет в Дискорде, чтобы было, ну, без посторонних шумов, ничего не глушилось, он будет вам импровизировать на фоне музыки. Стоп, так а давай, у нас куча людей, которые делают музыку, давай мы закажем музыку, и просто ее кто-то будет врубать по кнопке. Саундпаде. Не, Вань, я тут хочу, чтобы именно сидел живой музыкант и именно импровизировал. Он профессионал, он может в импровизацию, он может в любой ваш момент, когда вы ругаетесь, тут можно не всегда сразу это включить, не найти, имеешь а виду, тут он сразу он... это будет подбирать. Он будет прям а под настроение. Играет? Он на чем играет? А, знаю, у него нас, клавиши, гитара и контрабас. У нас Дина сама вообще справляется, блядь. Нет, просто можно зомбидить музыку. Одна, да, так, да одна будет, справляется со всем. И просто там одна кнопка нажимается, и будет музыка, когда мы спорим. Ты слышишь, тут говорят по ситуациям, типа, будет играть. Так и там будет по ситуациям. Так тут тоже будет по ситуациям, Ром. Ну просто привлекать музыканта. Или будет музыкант, типа, играть, как типа, что будет намного лучше. Ну просто музыкант, что он там может как бы постоянно разные играть. А по ну хорошо, я, по крайней мере, если пока его не будет, то на следующий я уже добавлю. Короче, Саня, пиже всего добавить, чтобы не умирали от рандома так часто. Да. Ситуации. Потому что, ну, типа, Лёха умер, он под конец игры от выбора. Бля, Лёху жалко, пизда. Его прихуярило на 3 часа, прикинь. Опять, знаешь, было, знаешь, короче, голдежа, знаешь, короче, смотри, как тебе такая идея? Смотри, вот его отпиздило, и знаешь, что можно было делать? Можно от него какие-то, чтобы послания хотя бы исходили. То есть ты ему пишешь ряд посланий, и потом отправляешь, типа, сейчас, он включает вебку и что-то говорит. И мы, типа, ну, это пиздец как будет влиять на нас, прикинь, мы все думаем за Лёху, и он, типа, что-то вкидывает. Он говорит, типа, вот как он тогда вкинул, что кто-то из нас, и мы, пиздец, мы чуть не пере... А, ну мы по факту перехуярились. Бля, вот по факту там момент пиздят на злого. Злой такую хуйню всегда делает. Я не знаю. Он вот это из-за своей эмоции, он всех выводит на эмоции, и это пизда-то очень. Ну, типа, ну, это наоборот, да. Мне это очень нравится. Бля, единственная хуйня, типа, у нас игра под конец заходит. Вы заебали, бля, на начале так, бля, пиздеть много, бля. Да. Просто дичь. Мы растягиваем на 3 часа то, что должно на 1.5 проходить. Смотри, Вов, знаешь, как злой получается? Злой наконец успокоился, блядь, все успокоились, причем все, не только злой. Не, знаешь, как это работает? Вов, смотри, блядь, атмосферно. Смотри, это так работает, потому что вначале все думают, похуй на время, типа, поебать, я попизжу, а когда все понимают, что уже прошло 3 часа, такие, давайте быстрее, типа, всегда так. Потому вначале всегда все пиздят, как попало, блядь. Мне интересно узнать по поводу интерактива, да, заходит ли такой? Охуенно. Да, нормально. Бля, у меня такая крыса, пиздец. Я когда помню, что в Вове пизда будет, мы бы не угадали, чтобы я заскринил, взял, короче, эту хуйню. Наоборот, если бы нам была пизда, бустер бы не сдох. Да, кстати. Поэтому из-за тебя, блядь. Красава, Вадим, давай к нам, сквад, блядь, лучший. Ебать. Сейчас еще ролики будут делать, блядь, слышишь? Я теперь стримлю в 5, мне похуй. Слышишь? Вилон предал бустера. Ебать. О, ебать, с Каменсади пост вышел. Вилон предал бустера. Заговор братишкина. Так, ну и интерактив плюс загадки. То есть, ну, типа вот тогда, да, с шифром Цезаря. Вы там все думали. Нихуя не все, блядь, только Дина. Нихуя не все, только чат, блядь. А я тоже думал.
Нет, там все работали нормально. Да не, Дин, я говорю, если потому, что-то что... умное, я бы вот, ну, Дину не кикал. Вот она загадки решает, потом да. Она убийца, вот тогда можно. То есть в противном случае мы нихуя не решим. Ну, я за себя. Я тогда прокнула, да, она была в себе. Я в чат не смотрю, блядь, типа, сори. И еще, короче, какая задумка также по поводу, ну, там, зум не зум, а будет, что будет еще такой второй со-ведущий, если вы вдруг где-то разделяетесь. Включаясь группы та, переносится, вот она идет параллельно сюжету. Это пиздец, да, это прям. И потом она возвращается, целая не целая, именно уже в основной стак, который у меня ведется. А кто подмешал глюны-то, блять, вот? Маньяк. Ведущий, который вас вызвал, я же сказал, Ринкартед. Загуглите просто Дин Картер, только картинки. Это серийный убийца. А ты так и назвался? Ты так и назвался им? Он назвался, да, он назвался. Ну, тут, он в самом начале сказал, что меня зовут Рин Картер, но это была отсылка к Дину Картеру. А если бы мы вначале это отгадали, что было бы? Ничего не было бы? Что именно? Ну, сказали, что по этой серии... Возможно, мы бы сказали, не пей пиво, бля. Не, ну хорошо, все, я с этим я записал, что надо больше выбора и больше упорных характеристик, поменьше рандома. Мне кажется, что люди, которые попадают на типа пол игры, чтобы ты им давал какую-то инфу по игре. То есть, допустим, было бы прикольно, если бы ты из серии дал индивидуальную информацию Лехе, то что типа это из-за 11-го, типа он чуть не умер. И то есть мы его встречаем, и типа мы идем вот как раз с 11-м. Скидон какой-то, да. И он говорит, типа это он меня поджег, и мы то есть такие, типа охуеть, типа пошел нахуй, Витя. Угу. Я уже там. Да, потому что, типа, чуваки приходят, сливают. Я не знаю, блядь, 3 часа, что делать мне сидеть. Да. Все, хорошо. С этим тоже проработаем, но уже там, может, через 2, через 3, когда все допилим, чтобы недопиленное снова не пихать. Я сегодня прощупал именно саму почту, что хотел. Это окей. Это окей. Тогда вам в любом случае за игру спасибо. Да, тебе тоже спасибо большое. Не всем оно зашло, да, но... Не всем. Почему? Кому не зашло? Не, ну ладно, ну зашло, но некоторым было скучновато. Нет. Просто если третий спот, типа дефолт. Ты про Славу? Он типа болеет, он, ну типа... Не-не-не, Слава там в самом начале, он прям... Мне Воробей, если ты хочешь прям мое мнение, то под конец, может быть, чуть-чуть подзатянуто было, под конец. Так это мы сами затягиваем. Мы болтаем много, если мы сами затягиваем. Да, мы сами все затягиваем. В целом круто. Охуенно было, Воробей. Не, Слава, я, бля, охуенно тоже поиграл. Да, еще, знаешь, может как-то, я даже не знаю, может даже роль как-то заранее выдавать, может быть, какую-нибудь. Но сегодня что, видишь, вот мы сидели, узнали мы только бы... за сколько? Минут за 20 до начала, за 30. И то, как бля, бы я не знал, воробей. Пока не приду в этот самый, пока в конфу не пришел. Не, подожди, ты про что? Ну, да про то, что роли заранее правда, выдавать. Да. Нет, роли имеется в виду... Как тебе сказать, смотри, мы, получается, вот, например, мне все думали, в чате, например, даже писали, что ты маньяк. То есть я реально, знаешь, был как будто маньяком, но по факту у меня же ничего это не прописано было в истории, ничего. Ни у кого не было прописано. Да, вот я думал, что, может быть, за счет каких-то микро-ролей можно скилл добавить. Воробей, слышишь, а может тебе дать человека, который делает короткие ролики, который делает картинки, чтобы ты ему написал... Например, ты ему напишешь, мне нужна картинка на начало, там такое-то, и он тебе все это сделает. А я типа, ну, я это все типа все оплачу. То есть там он с тебя денег не возьмет. Он просто все сделает начальную картинку, как мы стоим, понял там? Типа мы придем в состав, куда мы идем, там, ну, то есть, вот такое. Да. Я типа, я скину Шаманаева, типа, а он сделает. Ну, тут можно, знаете, такое прорисовывать. Видосы только, допустим, какие-то. Когда вы в дом вошли. И вот вы видите обстановку. Да, он может дом сделать, что-то двигается, типа. Я к тому, что просто каждый для себя, он отдельно рисует, как остров выглядит. Да, но визуал он пиздец дает. Визуал он прям пиздец дает. Тут просто, да, проблема в том, что у всех, например, ты говоришь, скучно, не скучно, в том, что визуала нет. То есть Вадя правильно сказал. Люди заходят в середине игры, никто не понимает. Типа, бля, опять врубаюсь. Интерактивный квест должен быть. Да, да, да. Они не понимают, что это интерактивный квест, если они пришли в самом начале. Ситуацию с аллигатором можно было отрисовать, с маяком можно было отрисовать. Это можно картинками даже делать. Нет, я же говорю, ну типа можно не видосы, можно некоторые картинки. На каждую тему, которая была, можно сделать картинку, на каждую. Да, и просто ты ее будешь врубать нам там, ну на минуту, потому что все равно вебки-то надо, чтобы видны были. Ты нам врубаешь на минуту, да, и мы типа решаем. Да, окей, хорошо, добро, давай. Окей, все. Пускай тогда, да, с удовольствием спешусь, поговорю по этому тему. Это вторая, да, игра была, получается? Да. Ну, сам-то остров, он давно, но там не так давно развивается. У нас лучше было, на этот раз намного лучше было.
Прям, не, мне очень понравилось. Мне тоже понравилось. Мне тоже. Нормально, нормально, нормально. Вообще, вообще охуенно. И злость со своей фобией овощами, блядь. Сидел до конца, блядь. Мне кажется, прикинь, какая ерунда, да. Боязнь овощей, блядь. Я думал, там убийца. Что, как он тебя забайтил, Вов? Как он тебя забайтил? А, Exile, а, Exile. Exile даже страту вот эту кинул, блядь, свою... Заезжал карта, у него карта, типа, которая отбивает. Вот этот, который в Вуна, вот этот переворот, блядь. Да, я это имба. Но это была довольно прям новая карта, она была попробована. Потому что он бы с вами не мог сидеть, пацаны. Мне кажется, что... Ребят, там этот будет каравай стримить после меня, ребят. Не начинайте эту хуйню. Вы знаете, как мы хостим друг друга, это, ну, блядь, это уже цепочка. Мы не делаем такого. Поэтому, ну, чат. Здесь вообще просто в целом получается, что, типа, как фильм, здесь что угодно придумать можно, кстати, мне кажется. Кстати, будет пиздать, если добавишь какую-то мистику. Прям неожиданно, вообще было бы охуенно. По типу. Кажется. Ссылку на Воробья скидывал Макриский уже 1000 раз. Ребят, понимаете, что отойти от этой темы, чтобы хостить друг друга уже, от нее нельзя отойти, типа, ну, просто нельзя. Ну, на это где-то, может, ушло, там, может, 4 вечера примерно. Я думал, сейчас скажешь 4 часа, думаю, блядь, заебись. Ну, короче, суть в том, что мы видим только 1/10 всего сюжета, потому что мы вот так решили пройти. Его можно переигрывать, и там другое будет. Да, кто, кстати, я сейчас, да, всем чатам скажу, просто бывает часто спрашивают про то, что скинуть сюжет, а вот, в личку писать будет не обязательно, я просто где-нибудь через, может, недельку, в конце недельки я вылью это в группу, ну или кому-нибудь там раскидаю целым файлом, чтобы кто там захочет, там, может, в Дискорде поиграть, там, зрители. Чтобы они могли просто скачать и посмотреть как бы все а ветки. А сложно будет, если они там своего ведущего поставят? Там же ведущий, наверное, по сюжету должен пиздец как ознакомливаться. Ну, прочитать один раз, один раз прочитать. Тому, кто надо, типа, он разберется. Типа. По факту, да, ребят, очень много зависит от импровизации. Прям дичайше очень много зависит от импровизации. Блядь, как вы с другом слышишь, общаетесь. Воробей, пиздец хочется такую залупу теперь сделать нахуй в реальной жизни, бля, в каком-то лесу, блядь. Да, чтобы Вить оторвал ногу. Вить, ну и чё, просто квест, типа, который можно, ну, блядь. А я уверен, что есть что-то так такое. Так это и есть квест, просто он интернет. Ну да, но ты именно в лесу походить, так, знаешь, что-то пооткрывать. Есть. Нет, есть такие. Они же в курсе, старый Диман засал с нами на квест идти. Ой, я не засал. Сыканул, блядь, пошел деньги снимать. Ой, бля. Правильно, конечно, чё ездить, ё-моё. Есть карточки, все красиво. Ой, блядь, сыкун. Кстати, по поводу этого. По поводу сыкуна, да? Нет, по поводу квестов. Раньше была такая тема, когда ты мог по... Тебе давали, короче, координаты, по-моему, по навигатору, и ты просто в эти места приходил и что-то искал. Да, чел, закладки называются. В наше время такого не было. Нашел посылку из Даркнета? Ссылка из Даркнета за 1 000 000 рублей? Да! Это ролики на Ютубе? Да, Дима, это ролики на Ютубе. Дима Масленников, let's go. Не, ну короче, такие прикольные квесты можно. Ну да, да, я тебе говорю, чисто на 8 лет квест, блядь, поиграть. С такими квестами, да. Так, что, будем расходиться тогда? Всем спасибо большое. Да, спасибо большое за приглашение. Спасибо за проведение, спасибо за все. Спасибо, спасибо. Спасибо, на связи. Так, алло. 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 Здоров. Здоров. Здорово. Здорово. Бля. Гений, я не знаю, злой гений контента, нахуй. Пиздец, реально, блядь. Злой там интригу вкинул. Злой там так пиздел, бля. Я уже в ахуе вообще. Кучеряво, кучеряво. Блядь, я думаю, так душили, суки. Не, игра пиздатая, просто вот это убрать. Сразу понимаю, откуда голос. Убрать, чтобы решить. Кто-то хочет поиграть на Dragon Money. Мне надо на Dragon Money поиграть. Давай. В смысле, хороший вечер. Кто уходит? А там монетку мне слова нет, так все. Остался один в этом в вербе. Я давно рекламу не делал, мне уже с этот. Мне вообще поебать. Разъебать? Меня разъебать? Ты меня не разъебаешь. Разъебать я... Киев, дайте 5 минут. А дай денег. Разъебать дай денег, блядь, заебись нахуй. На, не, давай, только немного. Слышишь, как давай. Мне за цел. Нихуя ты ебло. Ты чё, ёбнутый? Да я не так... Не доливай больше, пожалуйста. Я так, блядь, пацанам сейчас... Последний. Я сейчас поиграю немного, пацанам поскидывай. А, это так, пацанам. Я обещал... Ладно, парни, я пойду, спасибо. Давай. Удачи, брат. Давай, парень, давай, пойди. Давай, парень, пойди. Вадя, слышишь? Спасибо, что повторил, да. Ты в среду что делаешь? Ты не хочешь забиться там на стрим?
Да, в среду. Я просто подготовлю очень прикольную штуку для тебя. Ну. Для меня? Ну, я тебе ебал. Ну, мне на стрим, но для тебя. Ну, там жжет. Хорошо. Вадя, отдай деньги. Еще раз продублирую ВЛС. Отдай деньги. Так, блин, мне, короче, надо... Блять, а мы, наверное, не успеем сейчас заявки нормально посмотреть. А ты в среду разве не в каховке будешь? Или ты сможешь? Не, в среду нет, в понедельник выезжаю. Блять, тут столько заявок. Отдай деньги, блять. Какие? Ты выиграл 9000 у меня. Все, парни, всех люблю, всем хорошей ночи. Да, всем удачи. ББ, парням в дискорде, ББ, чат. 9418. А Диман застал на квесте. 9418. Дальше. 185. 9485. О, дай мне еще. Я сейчас залечу тебя, разъебу. 9418. В смысле, дай тебе задонь, блядь, вы заебали. Блядь, ну нету бомжи, мой брат. Чё пиздите? Сегодня еще злом 5000 монет дал. Давай, код свой, Макрис. 146. Давай. 5703. Сюда, нахуй. Ты проебал, дядь. Сука, я въебал. На, нахуй пришло. Ну чё, тебе, теперь где тебе пиздачок рвать? Я... О, ебать, но... там Вадя тулит, пиздец. Там, Марк, блядь. Куда ты, нахуя, сука? Не, все, идите нахуй, я не буду так играть. Да ладно, 100 тысяч, у меня 9%, вы чё, ёбу там дали, блядь? Заходите в ревку, я сейчас пораскидываю, пораскидываю бабок, блядь. Я не, немного еще поиграю, Рома, потому что уже очень что? Поздно, очень поздно. Я чисто на 4% сейчас заберу, нахуй. А кто похуярил? Да сука! О, я поздравляю. Поздравляю, блядь. Дядь, верни обратно бабки, мы лохов развели. Все, все, в пизду, нахуй, я все деньги. Сейчас я скину, давай, давай, давай вам, давай скину. 91485. 94185. Бля, заебался этому бомжу кидать уже нахуй. Вадя, какой у тебя? 94185. У меня? Да. О, у меня откуда 10 тысяч, блядь, чё? У меня, как посмотреть, забыл уже, блядь, вот, смотри, ещё. 423? 091. Да дай пацанам по 100 тысяч, блядь. Ты долбоёб, блядь. Спасибо. Сука, евнух. Ты чё, долбоёб? Я тебе халявные деньги даю. Ты пиздишь еще, блядь. В смысле халявные? По-братски, хули там, блядь. Хули там квикантик развъебывался, блядь. 40 тысяч. А мне хантик обратно дал то, что выиграл. Так, а ну давай все, опять заливаем. Кто выиграет, отдает обратно. А если я выиграю, идите нахуй. Ебать ты, крыса помойная, пиздец. Нихуя, вы меня толпой душили только что, блядь. Блядь, на 3% давай, нахуй. Проб, на 6, сука. Брат, на 6. У меня 44. Зеленая, зеленая, зеленая. Да сука! Бля, почти, почти. Блять, Марк, брат, Марк, а давай, дай скидывай. Деньги. 68 тысяч, Марк. Марк, мне, Марк, Марк. Брат, мне тебе не кажется, что все мы вместе играем, чисто? Никто не играет. Алло, ебать! Марк, отдай пятнашку, заебал. Марк, отдай все бабки, которые выиграл. Я в классику, 56 тысяч закинул. Мне с телефона неудобно раздавать. Давай, раздавай, 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 раздавай. Я ты, крыса. Ебать, говорит, мне в классику неудобно раздавать. Ебать, какая классика? Какой телефон, брат? Варя, ты готов? Я тебя забираю нахуй сейчас. Видишь, это бежевая хуйня. Слышишь, брат лежит в кровати, чисто поднимает бабки нахуй, при сне, блядь. У меня 500 тысяч тут. Дай денег! Бля, почти. Вон я накинул. Хуя ты накинул, мне больше надо, блядь. Вадим, ты мне 70 тысяч выиграл. Вадим, мы твои дети, Хантик, дай нам дай денег. Вадим, мы твои дети, дай нам денег. Хантик, дай мне. На, 40 тысяч классику кинул. Брат, денег. Скажи ID, короче. 94185. Я тебе ВК кидал. 94185, брат. Вы чего строй играть будете? Да. Продиктуй, Вадя. 94185. Да ты, блядь, куда? 423. 422. 423-091. О, 12 тысяч. Ебать, мне сейчас хантик навалит, нахуй, я накидаю. 4-9-1. Ты выиграл? Да, тебя выиграл. Спасибо, хантик. Ром, дай денег. Бля, ебать, злой ты вообще, блин. Злой, какой у тебя ID? 9-4-1-8-5. Бля, чё за хуйня? 4-5-9-8-1. Я подбросил, словил и окинул обратно. Нихуя ты мой лучший! Залейте на мажор, на мажор, залейте на мажор, на мажор.
На мажор залейте, на мажор! Смотри, дядь, заливай все. Да. Давайте окей, гол в классику все по 1000 чисто. Брат, если сейчас выиграю, я просто ливаю нахуй. Давайте лить, слышишь, давайте лить по 1000, что такое, чтобы интереснее. Типа. Давай, в классику по 1000, на, по 1000 пойдет интереснее. Кто больше заливает, тут крысы ебаны. Hello. О, hello, Маку. Hello. Да, блядь, идите в пизду вы. Короче, Вадя, поздравляю с победой. Верни 20-ку по-братски нахуй. Пока при памяти, блядь. Пока я не бегу уже по улице к тебе домой, памяти, брат. Блядь. По-братски, брат. Поднял монету, а верни. Рома Крицкий, поздравляю. Спасибо, блядь. Ладно. Ну, а можно денег вернуть? Давайте по 1000 заливать. Или по 5000. Давайте брат. По 5000 в классику. Брат, я тебе говорил, что мне не кушать нечего дома. Я мне нечего не есть. На нахуй 9% заебись. А мне нечего кушать. Что ты пиздишь, долбоёб? Нечего кушать, говорит. Я по твоей ревке зрелся, Вадим, дай мне. Да. По 1000 на мажор, по 1000 на мажор. Брат, ну 9-4-1-8-5 лучше. По 1000 на мажор, по 1000 на мажор, по 1000 на мажор. Гоу по 1000 на мажор, ебанин. Чат, Кент не дает монет. 9-4-1, нет, Кент дал монет. И, кстати, сейчас кто зайдет, кто сейчас зайдет, будет участвовать. Я сейчас розыгрыш ебану. Смотри, поднимает башню. Можешь мне ебануть? Да я сейчас тебе ебану, кстати, если ты будешь уехать. О, блядь, Рома Мещеряков, дебил, залил 1333. Бля, кстати, хазать, что разыграть такого? Бля. Брат, я кидаю свой код в чат, можешь мне скинуть денег? Не, не могу, иди нахуй. Блядь. Возьми свой код и иди нахуй с ним. Ну, я кожурки от хлеба ем. Кожурки, блядь, он от хлеба ест нахуй. Приятного. А может просто, бля, а может несколько ножей разыграть, слышь? Наверное, несколько ножей будет лучше, чем один, да? Ладно, я сейчас сбегаю в терминал, деньги закину и вернусь. Терминал. Терминал, блядь. Ты долбоёб, блядь? Да, ты не знал, блядь? Знал. 9-4-1-8-9. Сейчас я пару ножей выведу. Три ножа, короче, сейчас разыграю. Блядь, или это хуета, три ножа. Что лучше, мне подписчик один нож скинул. Или три ножа лучше? Чел, мне подписчик косарь скинул. Только дешевле. Пацаны, скиньте монетку в чате. Ебать, мажоры у тебя сидят, миллионеры. Пацаны, монеток в чате можете скинуть? Да, ебать вы долбоебы, пиздец. Сидят, хуярят просто свою ревку, блядь. Так нет, это не ревку, мы... это... Ой, это, ну я понял, кот. Кот пожертвований. Пожертвований. Да, пацаны, скиньте монеток, пожалуйста. Кот пожертвований. Ебать, 3000 скинули, спасибо огромное. От кого сейчас буду ники читать, кто мне монеты кидает? О, да, читаю ники, кто кидает от монеты. От 5000 кидай ники, блядь. От 20 000 дай ники. Спасибо за 20 000. Какие же вы долбоебы. Мы читаем ники, кто скинет. Стоп, а у меня не пришло. А у меня последний. Да, не пришло. А как он послал ники, иди нахуй? Как это, блядь? Что это за деньги, блядь? Что это за монеты, пацаны? Да какой-то кентик 3000 скинул, а не вижу его ник. Пару кинтоу! Пару диглоу. Это пару кинтоу. Мне кажется, везде все красиво. Ну так как я обычный кент, который шел в этой вашей грязюке на острове. Блядь, ну не... этот лимонад, блядь. Пацаны, мой кот в чате, кидайте монетки, я вам буду, блядь, этот, спасибо говорить. Стримхаус. Стрим, little стримхаус. For little penis. Okay, guys, I go писать и in return. Wait. Блять. Вадим, не за. I подождите. Go писать and блять. And go wait. And go wait, and go wait, guys. Return for you. Return, yo. Возьму жестко на мажор. Давай в следующий раз как-то вебки выведем на драгомании и нормально зарубимся, блять. Ну так вот так, как ты предлагал когда. Давай. Пошел, я не слышу. Похуй, тогда уебись, ебан. О, спасибо за 10 монеток, чел. Так. Артём Никонов, спасибо за 21 монету. Блять, как ты долбоёб. Вот еще кидайте все ники читать. Иди пиар ваших ВК-страничек. Так, потом... Давайте сделаем 5. Как поднять бабла? Потом 10. 4 рожма. Варя, тебя Путин зарейдил. Спасибо. И давайте сделаем... Блядь, я могу каждый раз посту считать зло и буду каждый раз угорать, нахуй. Да, так это смешно, просто пиздец. Просто каждый раз. Это то, что ты сейчас я первый раз считаю. Я, нет, да, я все считаю, блядь. Так. Ребята, важная новость, ребята, важная новость.
Это очень важно. Егор Дилевич закинул мне 49 монеток, спасибо огромное. Все. Нормально. Хорош. Чё, не сказал? Даша Школдаченко, спасибо за 15 тысяч монеток. Плата за секс. Ебать ты каблук, пиздец. Сучки на стеночке. Или... Хорошо, я спешу, девочки, сосочки на стеночке. Да, да. Девочки, да, сосочки, сейчас на стеночке распишусь носить. Нет, еще монеток. О. Марк Паршин, спасибо за 105 монеток. Да, блядь, ты не кидайте меня крышечками! Слышь, Даша, можешь ему на лицо сесть? Она тебя не слышит, долбоёб, блядь, я же наушниках, это же очевидно. А, ну да, кстати, Лена, что-то слышишь. Джек Рэйчел, спасибо за что-то я реально перегнулся. Так, росписи на стене от 5000 монет. А что, не слышишь, я же наушниках. Блядь, так ты уёбище. Блядь, ты приедешь? Я, кстати, возможно, уже машину куплю. Да, ты за мной приедешь, валёв, тогда долбоёб. Бля, с удовольствием приехал, если честно. Но я так переживаю. Ну чё ты пиздишь? Уёбище ебливое, знаете, нахуй. Знаете, почему он не приезжает во Львов? Потому что он переживает за коронавирус, блядь. Это кто тебе сказал, ты чмо ебаная потлатая, нахуй? Ну ты говорил так. Чё ты несёшь? Я сказал... Ты говорил. Я сказал, знаешь чё, не приезжай во Львов, потому что он мне нахуй не нужен. Львов твой, блядь. Не нужен? Не нужен, блядь. Короче, слышишь? Хантик. Я хочу, короче, на днях запустить стрим и поговорить на серьезные темы. На серьезные темы, именно вот мужские, женские, там я тебя приглашаю. Помнишь, как мы с тобой говорили тогда ночью? Я соберу хороший состав, я позову еще Жожа. А меня? Ты нахуй не нужен. А вот почему? Я соберу вот таких, как Даша, ты вот обижаешься с Макриско. Мы будем говорить про таких, как ты, поняла? Давай, например, какую-нибудь серьезную тему сейчас. Серьезно? Серьезно? Будут очень серьезные темы. Будут очень серьезные темы. Например, френдзона. О, френдзона. Я позову Срога. Ты долбоёб? Френдзона. Не смешно вообще-то. Это же группа такая. Например, Куколда, позову Серегу. О, меня можно? Ладно, это шутка. Давай, на самом деле, по блату жду прохода. О, спасибо, Марк Паршин, еще за монетку. Это хуйня темы, бля. Будешь ты это че? Про школу? Ты охуел, какую школу? Школьник ебаный. Ты уже не в школе, бля. Вадим, а ты вообще знал, что Жожа теперь во фрикскваде? Ой, Жожа уже во фрикскваде? Поздравляю его. Даже Жожа, блядь, во фрикскваде. Блядь, да я не могу! Короче, у меня горит с того, что у меня до сих пор нету, блядь, во фрикскваде, я не могу появиться. Так, короче, ладно. Распространите чат, распространите. Эвилон ушел из фрикскваде 89. Да, распространите это везде, блядь. Везде распространите, нахуй. Долбоебы ебаные, нахуй. Дебилы, нахуй. Все, кто считают себя дебилами, идите распространите это везде, блядь. Что такое? Тебя обсуждаем, что ты как человек хуйло, блядь. Кто сказал? Покажи пальцем. Макриски. Ты знаешь, ты хуйло злой. Да. Вот, блядь, сука, видите нахуй. Мои сообщества, управляйте вашими сообществами здесь, блядь. Видите, я не могу его отобразить, блядь. Физически не могу. Дядь, я заливаю 2000 рублей. Я не могу, блядь, мне ничего сделать. Сука, блядь, как бы уебал бы по этой камере, нахуй. Не надо, Вадим, это... Грех. Все понятно, Вилон ушел с фрикс-склада, блядь. Фрикс-склад распался. Все понятно. Значит, приглашение братишка на Билла не фейковым. Билла. Кого там Билла, блядь? Когда итоги, когда итоги, когда итоги можно сделать? Дядь, я залил банки. Кто готов сражаться? Я. 3000. 2000 сюда. И 2000 сюда. Итоги ставим на 3 дня. I get good. Боже победы. Все. Да, а кто сюда дохуя денег залил, я не могу понять. Меня, кстати, Макривский сегодня кикнул с их склада, я туда даже зайти не успел. Да, да. Ебать, Макривский, ебать ты чучело ебаное. Ну извини, понимаешь, потому что Жожа пришел, надо вытеснять самых слабых, самых маленьких по онлайну. Я считаю, что... Ты чё, охуел, у вас с Кикантиком, блядь, почти один онлайн, блядь. Ты чё, рофлишь? Да ладно, я шучу. Ты знаешь, сколько Кикантика... Ты знаешь, сколько Кикантика смотрит? Я уже по 4000, блядь. Я охуел, да. Это все равно недостаточно, потому что Жожа смотрит 5000, и он медиагигант, а Кикантик нет. Завали ебало, нахуй. Кикантик мой друг, блядь. Он мы очень... Тоже, но... Вот Микрантика плюсы, нахуй. Он умный. Он очень умный. Он носит очки, блядь. Это всегда плюс. Он хорошо танцует тверк, блядь. И он очень хорошо разбирается в жизни. Понимаешь, вылазит. С ним
можно да поговорить, вот с ним, интересный собеседник, а ты не интересный собеседник, ты хуйло. Пошел ты нахуй. Фрикс-хвата, ты меня кикаешь? Все, блядь, я крикаю Макаринского нахуй. Я могу уже заявку 89-й писать? Все, иди, иди нахуй 89-й, иди, сука, пошел 89-й, блядь. Все, блядь, у нас Жожа будет. Я у нас его будет, не отдам. Нас не, будет... Жожа, и ты иди на... Не, злой, не уходи. Злой, не уходи. Жожа от нас остается. Все, не, блядь. Жожа, ты крыса, снимать. Блядь. Ты крыса, не, нахуй. Вадим, ты крыса. Вадим. Ты кикаешь Кикантика нашего, нахуй. Ты кикаешь Кикантика без... Понимаешь? Ебать. Жожа, за Кикантика. За Кикантика, ебать. Поднимите щиты, нахуй. Просто так, Вадим. Ни за что кикаешь Кикантика. Вадя, извини, пожалуйста, меня. Это было неосознанное решение. Ни за что. Блять, понимаешь, но если я уйду, то мы с Жожа связаны пуповиной, и типа он уйдет за мной. Хуевиной, блять, он не уйдет за тобой. Он уйдет. Нет. Это, конечно, все прикольно, вот он кикает. А так ты даже не заинвайтнул, блять. А, опа! Там течет СВ! Свергаем царя, свергаем царя! Кикантик, хочешь стать царем? Ебать! Не-не-не, ну, на места друзей я тоже не претендую. Ебать, как что? Ебать, а ты хочешь кикать чмо, блять? Суд над Эвилоном. Свергаем царя. Переворот власти пошел сейчас. Суд, ебать. Это же типа, ну, типа шутки, ты понимаешь? Ты меня не кикнешь, но я же шучу. В смысле, вот ищу, просто я не знаю где. Падя, мне твои лучшие друзья. А тебе не напрягает то, что сейчас никто стрих... Интересно, у тебя похоже, как у меня? Что? Можешь взять ключ трансляции, у тебя такой же, как у меня, или нет? Я выиграл 100 тысяч, дядь! Я выиграл 100 тысяч, ты зеленый поставил 2 тысячи, я выиграл их 100! Посмотри, зеленый поставил 2 тысячи, мне 100 тысяч, дядь! Ебать, я долбоёб! Ну вот последняя фраза мне больше нравится. Ебать, я охуел, дядя на зеленые 2000 поставил. Все, молодец. Подкинул, блядь. Словил, забрал монеты, сосать мой пенис, блядь. Подкинул, дядя. Словил. Ну все, давай, съебался. Ебать по факту сейчас было. Злой, злой. Кто хочет сражаться, кому ротик располоскать, блядь? Злой, так как ты во фрик-кваде, мы все семья, ты должен разделить эти монеты. Реально! Раздели счастье, раздели со мной счастье, брат, нахуй. Между фриками. Блядь, а чуть сату не спалил, блядь. Ого, это опасная тема. Бля, дядя зеленый. Там мы увидели. Кстати, знаете, что скажу? Знаете, что скажу? Кстати, вот у нас не все здесь, не все здесь. Но я вам хочу сказать, что довольно все ровно, пиздец. Я думал, я думал, у нас стата пошла под откос, но нихуя. Стата ровная. То есть, типа, ну, блядь, я, конечно, ну я не буду вам показывать пизду. 2000 монет на зеленый равно 100 тысяч монет. Ты согласен? А мне не предложат? У меня фул ник надо. Ну, типа, да, квикантик типа пока не нужен. Получается. Как написано квикантик? Он даже не знает твой ник. Вот так же пишется. Ну! Так что я пишу неправильно, блять! Мы будем ставить. Я деньги нахуя выиграл. Что я пишу неправильно? Почему он мне не предлагает? Скопировать можешь? Знаешь, что ты неправильно написал? Ты в ник на имя Жожа Хефе допустил много ошибок. Мы будем ставить, Вадя? Сейчас. Я не понимаю, что за прикол. Хантик, ты просто. Мне Саута надо позвать, я не могу позвать. А, так ёбаный. Мапки ебаный до сих пор не принял, блядь. Чё? А как принять? А мапки в 89-м складе. А, мапки в 89-м складе, блядь. Да. Да. Блять, кого я... Принимаете. Костыч, я не помню, как Костыч пишется. У Костыча это пиздец название. Костыч. А Костыч идет в подарок к мапке. Костыч. Это один человек. Это один человек. Чё говорит? Костыч, здорово! Не-не. Кого-то не того Костыча, блядь. Костыч. Так? Это он? Это же не он. Ух, пусть забудет. Я тебе в чат напишу через эссе, которое змейка. Костыч. Ебать, сейчас Костыч, блядь, получил инвайты. Ебать, Костя, бля, прикинь, один пост хорошо, а три вообще лучше, бля. Кого нам... Кто мне писал, блин? Как это принимать, нахуй? Заявки во Freak Squad? Уё. А, мага.
Надо всех добавить, блять. Ебать, аватарка охуенная, кстати. А Дина, блин? Дина, блин, фрик или нет? Дина, блин, фрик, пиздец. Ну, я не знаю, захочет она, конечно, с нами Филдор, быть. Например. Но она должна быть с нами. Не, ну она вообще ёбнутая, типа, Крит, там лучше не рисковать. Егор Крид, как скиллзор, блять? Как, а, что у скиллзора? У него через ноль скиллзор, Зорик. Что? Лысый. Вот так же было всегда. Лысый. Хорошо, а как тебе... А у него вроде скиллзор ред, да-да-да. Типа, скиллзор ред. Чё, блядь? Ебаный скиллзор, нахуй, ник нормально сделать не можно. А, у него скиллзор 1337. Блядь, Кост, чё, блядь. Давайте скиллзору добьём 100к! Го скиллзору добьём 100к, он охуеет! У него там сколько? 4 утра сейчас. Го скиллзору добьём 100к, блядь. Он проснётся в ахуе будет, у него, блядь, зубы выпадут, блядь. Давайте, может... Да, я придумал лучшую идею. Давайте скиллзору добьем 90, а он точно охуеет. Нет, такой не надо. Давайте ему сотку добьем, ебать. Пусть у него стрим инсайде запостят, блядь. Кого мне надо позвать еще? Индиана еще мне нужно позвать. А Макриску позовешь? Да, это перспективный. Бот ебаный. О, блядь, что? Инсайдер. Как Индианыч? Ну, я не знаю, инсайдер захочет к нам или нет. Он 89. А, точно говорят, инсайд или инсайдер? Блять, Бистикс, у него год опять. Ну, слушай, инсайдер, придумал. Давай позовем Денли. Денли? Она, говорят, пока свободная агента. А и там Хейли. Она с ребенком? А тебе еще и ребенка заизматить нужно? Ну, а он, может, 89-й больше хочет? АХС хотел. АХС? Говорят, Тимпл претендует на Фрик Сквад. АХС, блядь. Может, его, слышишь, может, его пока в Фрик Сквад Джуниор, блядь. Архангел ХС. Стоп, у нас 8 месяц сейчас, август. Нет, 9-й, блядь. Ты уже запостил, Ваня. Меняешь условия, ай-яй-яй-яй-яй. Иди нахуй, ой-ой. В смысле, август 8 месяц. Ну, пиздец теперь, блядь. Сейчас апрель. Да. Шутканул, так шутканул. Ну твоя тоже неплохая, дядь, была. Да, да, конечно. Блядь, гуакамоле я не напишу даже слова. Небось, я вас наебал. Гуакамоле-моле. Они не фрики? Ну мне казалось, что такое говорили, но ты заинвайте. Какух? Марк, блядь, не фрик, нахуй. Вишня не фрик, блядь. Нет, я тоже согласен, что они фрики. Полнейшие фрики, блядь. Да, но я не фрик, плачу. Типа, я чувствую, что я не фрик. Не надо хуйни. Дэнки. Так, боёвал. Зарк. Потейк. Да не, блять, потейк нахуй. Просто, блядь, потейк, блядь. Вадя, ты помнишь потейк, блядь? Это ну, такой мем думаю, ходячий. А я вижу вон его, блядь. Потейк, здорово. А чё он, кстати, потейк там играет? Мне кажется, нет. Нет. Я надеюсь, увижу его на лане и пожму ему руку. Соглы. Читбанет. А читбанет что, фрик? Не. Еще тот, блядь. Какой Жо... Оскорбление звучит. Бля, нахуя? Да... Не, Жожо... Не, да нет, Жожо 80 в схваде, не пишите хуйню. Нет, Жожо говорил, что он в фрик схваде. Все, хорошо, добавляю Жожу. Все, позвал Жожу. Все, новое видео на Ютубе, блядь. Все, ребята, скоро будет война. Алексей, а как? Ваня украл Джоджу, но. Пчи, три. Блядь, ну пчел, напишите мне Пчелкин. Пчелкин.
3.20. Блять, мапки знает, как все имена пишутся, блять. У меня хорошая память. А, надо Крисей еще добавить, слышишь? Она по КД что-то делает совместное с ребятами. Бля, надо как-то Крисею позвать куда-то. Ребят, Диана Райс в 89-м. Я ее уже позвал. А, Диана Райс в 89-м? Бля. Ну, вроде у нее 89 постоит. Понял. А, ну да, наверное. Куда ты хочешь Крисею позвать? В, ну, куда-то, в какую-то игру. Ну, пусть на стрим заходит. Шо? А? Шо? Спасибо, долбоёбы ебаные. Чё? Ты не можешь? Дай тебе. Крис Вейв, как пишется? Крис Вейв. Крис. Мапки, давай. Крис. Нам не Гуччи сланцы, нам не Гуччи бандана. Валя, ты слышал жесткую рифму от Хилзара, вот эту вот, жесткую вот эту вот? Когда он там сидел в джакузи, что-то там, Сузи. Жесткая там вот эта вот. Ладно, все. Окей. Скрывай. Давай, Хилзарки, что-то. Что смотришь? Я смотрю сейчас на ТикТок. На сиськи. Вадя. Да. Помоги мне добить 400 тысяч. Ты долбоёб, у тебя дохуище там, блядь. Не, у меня чуть-чуть не хватает. Ты дебил! У тебя 305 тысяч, блядь, там. Похуйня, похуйня, 95 тысяч, блядь, чё, сложно, блядь? Мы чё, не друзья? Бля, как можно было вот так написать? Ебать, смотри, я прям чётко сказал. Я прям чётко сказал, сколько у тебя. Чуть-чуть осталось, прикинь. Бля, исполни мечту ребёнка. Офигеть, чё там Диман скинул? Сидит, блядь, школьник ёбаный, блядь. Пиндурыч. Агра, токсик, блядь. Ебать, я нахуй сейчас манграл напиздел, непонятно зачем. Кидай ему инвайт тут. Пошёл нахуй, блядь, уже стоим. Он в 89-м. Он в 89-м, сука. Блядь, перехватили твари. Вы долб... Ебать! Ты долбоёб, блядь, все ножи розданы, блядь, ебать! Ой, блядь. А он в телевизоре Вилон играет, блядь. Я не знаю. Костыч, блядь, сделай потише. Костыч, вырубай телефон, блядь. Опа, разоблачение пошло, топово комментарий. Блядь, какие же долбоёбы. Рухаб Чёлкин. О, ебать. А что, новый Рухаб. Ящик? А, ну, конечно, какой новый. А где вот эта хуйня сбоку тут торчит? Это не тут, это... Это убрали, кстати, я тоже не мог посмотреть, я не помню, куда нажимать, блядь. Это инвентарь, сори трейда вроде. Что такое? Нихуя ты, красава. Ну, и ладно, ребят, желаю всем спокойной ночи. Давай, тебе тоже спокойной ночи, родной. Все, ну, всем наилучшего. Спокойной. Спокойхи. Спокойной, хуми. Спокойной, доброй ночи. Спокойной ночи. Здравствуй, здорово, здорово. Алексей, здравствуйте. Третья история обмен там была. Вадя. Да. Мурчи надо. Вот, блядь, смотрите. Кипроник, блядь, 68, нахуй. Афая, блядь, forcedrop.top, нахуй. КСВЛС, блядь. Классический нож, блядь, гороска. Типси. Вектор, типси, блядь, да. Ляля, по, блядь. Да, нахуй, ага. Типси. Ля-ля, по, блядь. Этот. Пупис. Пупис, да, хотел миск. Миск, да, тоже хотел. А, блядь, подождите, короче, смотрите. Смотрите, мне нужно срочно, знаете, что сделать? Мне нужно срочно... Срочно удалить топовый комментарий. Нет, мне нужно срочно... Блядь, что же... Эвил Артас. Смотрите, короче. Смотрю, короче. Блять, это ничего-то спалить не смогу. Смотрите, черный экран. Смотрите, короче, такой, смотрите, короче. Есть вот такие вот... есть вот такие вот работы, самые топовые. Из них надо выбрать самую-самую охуенную. Но я, короче, считаю, смотрите, что самая охуенная работа из артов, которая была, это вот эта вот. Там типа там вообще пиздец был полный, я не знаю... Ну и тогда вроде все говорили, когда мы выбирали, что это была лучшая работа. Типа там был фулл скетч, как говорится. И... Я там есть? Нет, а тут нет, тут там нет. Тут, короче, в этой работе... Да. А что, это какой-то фэк меня приглашают в группу или не фэк? Нет, это я в этот, схватец наш приглашаю. Серьезно? Да. А что, у меня будет какое-то посвящение? Я могу пройти посвящение? Да, да. Ебать, так. Реально, давайте посвящение сделаем на днях. Посвящение так, во фрик-сквад, блядь.
Так, я готов, что надо делать? Ну, это надо придумать, это надо придумать. Бать, только не забывай, что у меня жена и дочка, ладно? Это, конечно, это, конечно. Не забывай, бать. У меня дочки нету, но мне тоже жена, я понимаю. Все хорошо, бать. Ты мне, кстати, принял, жду посвящения. Как кое-что, кстати, ты мне не сделал до сих пор. Если я сделал, бать. Да? Выбери женщину. Уже выбор произошел 4 года назад. Я сделаю, только все, ты мне нужны... Все, тогда с ней, да? Нет, да, мне нужны... Ты я понял? Скину, бать. Да. Да. А так, да, все, с ней, добро. Да. Next. Next 5 секунд с Авилоном. Полетели. Давай, любое... Next 5 секунд с Авилоном. Все. Ну, короче, бля, вот эта работа заебись была. Ой, блядь. Ебучий сыр, блядь. А, ладно, тут ничего страшного, ничего не спалю, фух. Это кентафарик, пиздец, такой угарный, нахуй. Ебучий сыр. Чел пишет, смотри. Хотите, покажу вам? Просто спалил, чел, ты говоришь, да похуй, короче. Короче, тёлка. Давай. Шо? Шо вы ржёте? Скинь мне. Да там скинь мне. Просто... Просто, просто посмотрите, чё злой написал. Лол. Лол. Ебать, угарно. Лол. Бля, вы заебали, со всего угораете пути. Смотрите. Смотрите, короче, прикол. Чел, который до этого выиграл нож, я ему говорю, типа, скажи мне, какой твой код, который ты зарегал. Он говорит, да, я все сделал. И что ты на код похоже, что после победы зашел на сайт. Он пишет, нет, пирит, ну скрин я сделал после этого. Вадим, я уже маме написал, что победил, а мама святое. Я пишу, я написал модерам, они скажут время регистрации. Пишет, ну бля, Вадим, я соврал, ну дай лох. Нам просто нужно срочно это. Пизда, долбоеб, не везучий, пока. Ебать, да ну. В какого хуя, блядь? Вадим, ты скажи, если я проиграл, то напиши ББ, если проебал, то напиши ГГ. Я дал челу, который сделал все правильно, все идеально сделал. Да хуя, охуели, блядь. Нож стоит 3-4 тысячи, челу впадло даже зайти, блядь. А у меня такой вопрос, господа. Господа? После просмотра моего клипа, нашего клипа, дочка называет меня Алексей. Так. Это вообще нормально или нет? Я что-то вот теперь сомневаюсь. Дочка тебя так называет? Она теперь начало этого трека постоянно... Ну, это нормально, это нормально. И говорит, Алексей... Ты повезло, что ты не строго. Она бы тебя называла уёбок. Алексей, сколько вашей дочке лет? Моей дочке 3,7, почти 3,8. Просто я не даю ей слушать часть бустера. Не даю слушать ей часть бустера. Я просто хотел как раз спросить, как она отнеслась к... Соусбурбрю. Не даю, нет, не даю. Только свой парт и 100к. Часть бустера не даю слушать пока. Блин. А когда дадите? Когда 18. Ну, лет 16. 16? Алексей, ну, я, конечно, все понимаю, но... Бать, ну а во сколько? Ты во сколько бы ты дал послушать? Блин, а это, кстати, знаешь, бустера, это, кстати, знаешь, вот так, такой, типа, вопрос, вот, вроде, когда я был маленьким, казалось, да похуй, да, время какое чудо. А вот когда, если так задумаешься, ребенка, блядь, кажется, ну его нахуй. Ну, типа. Во-во, там и письки, и бля, вот это вот. Я не даю вас. Блин, слушать. Реально. Блин, я ж, блин, интересно, каким я папой вообще буду, блядь? Поэтому я свой пар слушаю и выключаю. А подожди, блядь, три, подожди, тебе сколько? Мне 29. Не понял, а почему замолчал? Не, я думаю. Получается, это, смотри, грубо говоря, чтобы у меня было так же, как у тебя, это мне нужно уже... Сколько? А сколько мне лет? Подожди. А, мне 24. Нет, мне 24. 25 тебе надо. В 25 тебе еще надо. Годик. Да. Блин. А ты кого хотел бы, мальчика или девочку? Ну, я кента хотел бы. Ну, кента, значит, да. Значит, пацана тогда. Little пениса. Да, я кента такого пшеницы или вообще пиздец. Такой угар, чисто ходит, понял. Двигается, бля. Главное, не такого, как Потейк, он, блядь. Это вот вообще... Нет, слышишь, но у меня дочка знает, она дверь открывает, говорит, папа, у тебя эфир? Я говорю, нет, дочь, заходи, слышишь? У меня стрим. Ну, потому что у меня есть эфир, когда я комментирую, да. Алексей, мне мама пишет, да. Мама смотрит сейчас мой стрим, пишет, ты матюкался с 1.5 года. Да, у меня такая же тема была. Знаешь, что я говорил, Алексей? Я говорил, мат, ты, бля, сука, и фая. Ну, фая это, короче, меня родители надурили. Они, короче, они
фейканули, бросили фая. Типа, помню, я смотрел на реакцию родителей и говорил, типа, бля, сука, и они реагировали, а-а-а, понял? И они скинули, что есть слово фая какое-то, понял? Я сказал фая, и они такие, ой, не надо говорить, понял? И я начал больше это говорить, понял? Типа, слушай, блин. Мне кажется, сейчас мем новый ввел какой-то. Короче, смотри, у меня была такая ситуация, блин, может, мне мама поправит, если, короче, было неправильно. Короче, мне пришла тетя на день рождения мое. И подарила подарок. Ну, короче, она взяла какой-то подарок. И я ей говорю, о, бля, сука, фая. Бля, я мини-шницель такой. Мини-шницель. Вот такой маленький. Да, я такой маленький шницель, тупо, блядь, который матерится полтора года. Слушай, мама что тебе говорила? Бля, сука, фая. Мама? А я не помню. Или смеялась просто? Не-не-не, ну, по-любому же что-то говорили. Да не знаю, как-то эти маты, если честно, они очень быстро. Мне кажется, сейчас вообще маты повсюду. Ну, типа, абсолютно ну, сейчас, повсюду. Ну, вот сейчас перед мамой ты же не заматюкаешься? Нет, мамой. Ну, я могу случайно что-то сказать. Я, ну, могу там случайно. Ну, фая, например. Нет, я могу что-то сказать, мне так неловко. Знаешь, я себя чувствую тем же 10-летним кентом, знаешь, который стоял, типа, и не мог заматериться. Фая, бля. Да, короче, это вообще мемно. Мем. Ну, фая так фая. Блин, фаячу. Реально прикольно. Лоу! Прикольно, блин, какими мы вообще будем родить? Ну, ты-то ладно, ты-то знаешь. Бля, вот Алексей, каким отцом будет Мапки? Короче, смотри. Бля. Смотри, подожди. Я не планирую детей. Во-первых, я сейчас скажу очень такую штуку. Очень жизненно. Это что, собака тебе, чтобы ты заводил его? Так говорят, Алексей, что вы... Это тебе что, хуй, чтоб ты его заводил, блядь? В общем, по поводу того, когда говорят, что типа, ну как ты решился, как вот, типа ты... Ну это же ответственный шаг ребенка там и так далее. Да, это очень классно. Да, и короче, один мой кентик, он мне помог в этом. Я когда... У меня была свадьба... Так. У меня была... Погоди, злой, погоди. Тогда... У меня была свадьба. Мы сыграли свадьбу и уехали в Казахстан, ну, откуда я родом, чтобы моя бабушка, Царство Небесное, увидела мою жену. Mm-hmm. Ну, то есть, это была наша цель номер один. То есть, mm-hmm. не куда-то там на Мальдивы или куда-то, просто чтобы бабушка моя увидела мою жену. Mm-hmm. Мы полетели в Казахстан, грубо говоря, на наш медовый месяц, как бы это странно ни звучало, да? Mm-hmm. Мы туда приехали, и мой кентик, который младше меня был на несколько лет, у него жена была беременная. И я говорю такой, брат, ну, а как ты вообще решился? Ну, ты что, типа, ну... Это же, ну, столько вопросов. И он сказал очень мудрые слова. Он сказал так. Бро, завтра ты болеешь, послезавтра у тебя проблемы с работой, послезавтра ты банкрот, послезавтра у тебя проблемы со здоровьем, и у тебя постоянно не будет времени на ребенка. Ты постоянно не решишься на него. Ну, то есть это для тех, кто ну, вот да, сомневается, кстати, да? Пока да, это какая-то хуйня. И постоянно у тебя в жизни будут какие-то проблемы, которые тебе будут мешать для того, чтобы ты был счастливым. Поэтому просто ты берешь и делаешь. Блин, понимаешь? А по факту, а вот как, почему никогда не получается такой ситуации, что тебя все устраивает в жизни? Нет такого. Просто не существует. Я вот реально задумался, вот мы типа с Машей разговаривали, типа вот в таком-то возрасте. И мне кажется, вот мы сейчас подходим к этому возрасту, мы говорили, что типа в 25 заводить детей. Ну, как там, ну, грубо говоря, что вот сейчас подходит мне 25 лет, и мы ну, опять хотим, типа, понял, вот, ну, продлевать, как говорится, блядь, продлевать еще 5 минут. Я вам серьезно говорю, и так всегда. И в определенный момент, когда вам уже будет по 33-35, вы типа такие, ёб твою мать, что-то походу мы напродлевались. Нет, у меня еще в один момент, у меня была такая типа тема, что я говорил, блин, я не хочу, чтобы мне там, у меня ребенку было 20, а мне было 60. Ну, типа, понимаешь, чтобы я, ну, как-то с ребенком мог покайфовать. Ну типа, да, там, хотя бы на одной волне. Ну, поиграть, типа, понимаешь, как-то там куда-то где-то побегать, ну, чтобы я еще не был стариком, понимаешь? Ну да, по факту. Алексей, можешь со мной побегать? Да, это жестко. Да, бро, я могу с тобой побегать, конечно. Ну все, забились тогда. Договорились. Я возьмусь за тебя. Нихуя. Ну да, кстати, это реально, вот это, кстати, нормальная тема, что, типа, чтобы не быть настолько старым. Да, ну типа, ну это для меня, опять же, я только свое сугубо личное мнение ни в коем случае никому не навязываю, просто для меня это был аспект, который для меня стал таким, ну не то чтобы во главе, но я решил, что чтобы энергия была, поняли, жизненная сила была, чтобы посвятить ее ребенку. Ну, да. Да не знаю, вот понимаешь, вот такие вот стримы, вот это все, типа,
Вот знаешь, меня, короче, что еще постоянно угнетает, что я не могу до сих пор определиться, где я живу. Ну, потому что, типа, я вот там, там, а там. А что ты хату себе не купишь? Так а где? Ну, типа, где? А, ты, типа, в России хочешь? Ну, типа, и хочется и в России, и теперь и в Киеве понравилось, понимаешь? Теперь непонятно понял, вообще, да. Что делать, короче. Такой какой-то, блин. Понял, что тут да. Столько знаком, столько навалило, блядь, это просто пиздец. Ты прикинь, как зло нянч твоего ребенка. Навалило. Ну, нахуй, езжай в Калининград. Да не. Ну, а сейчас вот так, по чесноку, что больше лежит? Все-таки Россия или обидка есть, то, что тебя, типа, выдворили? Да не, у меня какой обидки, бля, я по факту, ну, я же сам нарушил. Но тут не в этом дело, типа, ну... Ну, хз, ну, мне, типа, мне понравился Киев, правда. Типа, ну, я не знаю, как будет дальше, но пока, конечно, мне Киев очень нравится. Ну, то есть, не знаю. Вот, многие хвалят Киев. Я ни разу не был в Киеве, мне говорят, побывать надо обязательно. Я ни разу не был в Киеве. Да, типа, Киев, да. Типа, ну, классно, правда классно. Мне, типа, ну, мне комфортно здесь жить. Я хочу с женой слетать на пару дней в Киев. Ой, так давайте, блядь. Как получится. У нас тут столько людей, это пиздец. Ну, типа, по факту, что-то, ну, типа, еще больше людей становится в Киеве. Блядь, когда этот вирус ебаный закончится, я в рот ебал, я говорю, ну, если я замечу вирус, я его просто отпиздю. Ну, типа, ну, не в GTA RP, типа, не в UFC, просто в жизни отхуярю этот вирус, бля, я в рот его ебал. Ой, ладно, короче, ребят, спасибо всем огромное за компанию. Вадь, ты включился? А, Вадь замутился. Вадя включился? Сейчас скажу. Да. Да, включился. Все, спасибо вам всем огромное. Алексей, тоже вам спасибо за... Да, и вам спасибо большое. Крова не включилась. Спасибо за приглашение, да, все, спасибо огромное. Все, ждем, жду от тебя инфы, и мы, в принципе, будем готовы. Да, 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 да. Все. Всех обнял. Так, бай-бай. Спасибо вам огромное, короче, ребят, кто смотрел. Вы сюда вот только лайк поставить, и все. Я 12 числа сделаю результаты. Блядь, что я походил. Бля, мы забыли скилзу 100 тысяч добить. Ой, блядь, ну пиздец. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, добили бы скилзу 100 тысяч. Ну добейте скилзу 100 тысяч, блядь. Ну добейте, чтобы он обрадовался, блядь. Ну добейте, пацаны, ну 500 человек, ебать. Вас тут хуево туту его, блядь. Добейте скилзу, блядь, 100 тысяч. Он проснется, ебать, у него, он живет, блядь, в этот, нахуй, в Саранске, блядь, или как это, блядь, называется, Сингапур, блядь. У него там вообще радости нет, там один снег, блядь, и Део Нексия его, блядь. И вот это, блядь, остров, нахуй, на голове, блядь. Ну, пиздец, у человека вообще радости никакой нет. Ну, добейте пацану 100 тысяч, блядь. Пусть радуется, пусть его проснется завтра, будет такой счастливый, блядь. Ну, понятно, блядь, все гг, нахуй. Ноль, ну, понятно, блядь, все гг. Ноль, ну, понятно. Ладно. Все, давайте, короче, рейд. Блять, какой строго, блядь. У меня уже бинд, блядь. Все, Вадю рейдим. Все, спасибо огромное за стрим. Ребят, завтра стрима не будет. Завтра я... Мы переносили фотосессию. Завтра я еду фотографироваться на яхте. Так что я завтра запускать не буду. Возможно, заходите в инсту. Я, может, какие-то сторисы похуярю. Так что вот так вот. Завтра стрима не будет. Встретимся в среду. Всем бабе. А где ёбок на строгах, хз?